Вы зашли на это видео, меня зовут Санж, сегодня у нас постройка, вперед. Вероятнее всего вы уже прочитали название, поэтому просто приступаем. Итак, нам пригодится черный бетон, 2, 3, 4, 5 блоков. Таким образом, сюда еще один блок. Далее нам пригодятся кнопки из березы, оставляем их вот так. Затем сюда искаженный люк, впереди также искаженные люки. Таким образом. Далее нам пригодится плита из камней. Ставим ее вот так. Вот до сюда. Так, все так же искаженный люк. Затем сюда пара плит из гладкого камня. Так, тут 4 блока, надо 5. Угу, все вот таким образом. Так, плита из камня сюда. Также 3 штуки плит вот сюда. Так, отступаем отсюда. А ну, это потом тогда. Так, сюда также кнопки из березы. Сюда и вот сюда. Так, а затем сюда вот таким вот образом развернутую воронку. Сейчас я вам покажу каким. Вот таким образом развернутую воронку. Так, все это убираем. Так, затем нам пригодится сам бирюзовый бетон. Итак, ставим его таким образом. Дверь у нас будет сделана из бирюзового ящика шалкера, поставленного таким образом. Сюда еще одну штуку бетона. Сюда также 2 блока бетона. Далее нам пригодятся искаженные материалы. Искаженные ступени. Так, сюда ставим их вот таким образом. Далее сюда пару вспомогательных блоков. Сюда искаженные ступени. Все так же. Сюда искаженные ступени. Пара плит из гладкого камня. Так, далее нам пригодятся ковры бирюзового цвета также. Сюда бирюзовые люки. Таким образом. Бирюзовые ковры сюда. Далее нам пригодятся заборы из дуба и ворота из темного дуба. Ставим ход сюда, ворота вот сюда. Люк закрываем. Сюда забор в качестве этого кенгурятника. Так, далее нам пригодятся светло-серые стеклянные панели. Ставим их сюда. Сюда цельный блок серого стекла. Сюда пару ступеней из андезита. Вот сюда. Сюда светло-серая стеклянная панель. Сюда цельный блок светло-серого стекла. Далее сюда бирюзовый ковер. Сюда стекло. Так, еще бирюзовые ковры. Так, далее нам понадобятся эти блоки. Искаженный люк сюда. Два люка из березы сюда. Берем это обратно в инвентарь. Такс. А, так, цепь мы также будем использовать. Такс, далее ставим сюда ступени из простого андезита, не полированного. Это важно. Такс, далее сюда точило. Сюда плита из каменных кирпичей. Это мы также заполняем плитами из каменных кирпичей. Таким образом. Такс, вот таким. Сюда также. Чтобы сделать стрелу, нам понадобится плита из полированного андезита, которую мы расставляем таким образом. Вот таким. Далее сюда стены из андезита. Сюда ступени из этого же материала. И затем сюда плиты. Так, вот таким вот образом. Вот таким. И вот таким. Так, мы, получается, продлеваем вот до сюда на несколько блоков. Так, вот здесь даже вот так вот делаем. Так, вот таким образом. То есть тут нам должен остаться один блок. В общем, тут должно остаться 3 блока. Так, сдали сюда одну цепь. Так, затем нам пригодится железный люк, ворота, светло-серые ковры. А, кстати, забыл вам сказать. А, так, еще сюда ставим
стены из андезита пару штук, и на них проводники. Так, сюда железные люки, сюда светло-серые ковры. Это даже не железный люк, а сюда ворота из темного дуба, сюда и сюда. А вот сюда уже железный люк. Вот таким вот образом. Сюда пара светло-серых ковров, сюда не ставим. И сюда еще один светло-серый ковер. Угу, хорошо. Так, что мы делаем далее? Осталось добавить пару деталей. Итак, нам пригодится ткацкий станок. Сейчас мы будем делать знамя. Так, берем ткацкий станок. Итак, нам понадобится красный знамя, белый краситель и следующие узоры. Белая полоса сверху. Сюда рамку. Сюда вторую. Так, аккуратно ставим. Далее крутим их таким образом. Так, вот так вот оно получится. Затем идем вперед. Табличка из березы. Ставим ее вот сюда. Так, главное ее поставить сейчас. Все поставил. Так, затем сюда добавляем пару кнопок из чернокамня. Сюда. Сюда также люки. Ну и все, друзья. Наш вот такой вот эвакуатор готов. Что же, друзья, ну а теперь... На этом данное видео подошло к концу. Ставьте лукасы, подписывайтесь на мой канал, оставляйте комментарии. С вами был снова Эссанж. Всем удачи, всем спасибо и всем пока.